большого. Без УБЖ твоя жизнь будто в чужих руках. Газы. Знакомьтесь, Максим Кондратенко. В отличие от нас, он ни разу не прогуливал ОБЖ. Более того, сейчас посещает занятия по военной подготовке в техникуме, учится без троек, занимается тайским боксом, плаванием и выполняет норматив по надеванию ОЗК и противогаза. В общем, серьезный парень, но начинал, как и мы, с малого. Первый раз я одевал, конечно, долго, но как бы ни разу не пробовал. И первое впечатление, ну, было плохое, то, что в нем жарко, неудобно. В любой жизни ситуация может пригодиться. Все бывает в жизни, а если не знаешь, то и, как говорится, и все. Подвести к подбородку резким движением вверх и назад, натянуть его на голову. Но надеть противогаз – это только полдела. Прежде нужно убедиться, что фильтр работает исправно. Вдыхательный клапан затыкаем или резинкой, или рукой. Если воздух не проходит, значит, видите, все, у него надувается маска, он не может вдохнуть, вернее, вдыхает. То есть, соответственно, значит, противогаз исправен. Если же трескаются очки или рвется маска, меры должны быть более решительными. В рот вставлять, зажимаем нос рукой и дышим таким образом. Пока Максим буквально с закрытыми глазами ищет исправный противогаз, преподаватель ОБЖ Андрей Широков объясняет, что знать правила поведения в чрезвычайной ситуации – это еще не все. Урок для ребят значит куда больше. Со школы надо обучать не только, как правильно одевать противогазы, учить одевать общевойсковой защитный комплект, но надо обучать быть патриотом своей страны. Надо любить свою страну. Ребята действительно свое время тратят на то, чтобы быть достойными защитниками своей страны. Норматив надевания противогаза для военнослужащего – 7 секунд. Такой скорости добиваться не обязательно, главное – помнить азы. Взять обеими руками, чтобы большие пальцы были снаружи, поднести к подбородку и резким движением натянуть на голову. Будьте в безопасности вместе с «Утром на Енисеи».